Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как изменить дату и время на устройстве Oppo Reno 5. Для начала вам нужно открыть меню настройки, затем спуститься вниз и выбрать пункт «Дополнительные настройки». Затем выбрать дату и время, после чего нажимаем на «Задать автоматически», отключаем этот пункт и выбираем нужную нам дату и нужное нам время. После чего просто возвращаемся назад и видим, что дата у нас успешно изменена и время также. Спасибо большое за просмотр. Если появились какие-то вопросы по любой теме, задавайте вопросы в комментариях. Главное, чтобы эта тема связана была с технологиями. Мы постараемся ответить как можно скорее. До скорых встреч. До свидания.